Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и сразу же начался дождь, так, не знаю, сразу как-то так начался, и что, ребята, я не знаю, нет, вроде, а, нет, ночь, то есть можем мы поспать, а вдруг мы поспим и сразу дождь пропадет, что и произошло, отлично, не успел начаться, как сразу он и пропал. Фу, ребята, я не знаю, куда бы нам сейчас пойти. Я хотел бы поискать Sunflower Plains. Что было бы вообще замечательно, если бы мы их нашли. Потому что, если мы их найдем, там может заспавниться Райкваза. Но я ума не приложу, где я видел вот эти равнины. Не в море, а где-то вот тут. Тут мы были, тут их нету, вот тут. Тут, не думаю. Тут на этой равнине, где мы живем, тоже нет. Где-то я видел возле нашего дома, где я пробегал, вот может вот тут, может. Я не уверен, возле этих гор. Давайте проверим. 19 минус 350, давайте 20, 75 минус 350. Нужно проверить, потому что если найдем, то уже будем знать, что вот тут может заспавниться Райкваза. Но я говорю, я не помню, где я видел. Я помню, когда-то я сел на покемона, полетел, после того где-то остановился за горами, прыгнул, и там были Sunflower Plains. Но я не помню где. Я не помню. Тут их нету. Да чё ты... Тут их и нету. Поэтому, ребята, я не знаю. Они вроде были в той стороне, то есть, если смотреть, то он сзади нашего дома. Так, где наш дом? Не тут случайно? Тут, вот тут эта куча, большая куча, вот эти, как это называется, цветов в лесу, да? Ну, по сути дела, где-то рядом должна быть и та равнина, но я не знаю, ребята, помогите найти. Если мы ее найдем, то, возможно, потом когда-то и Райквазу найдем, да? Давайте еще сюда пойдем. Я не уверен, но может она и тут будет. Минус 1800, 300, допустим. Минус 1800 или 1300 там было. Сейчас. Как-то забыл сразу так. Минус 1300. Минус 1300, 75, 300. Вот так. Ага. Нет, это обычные равнины. Ну, где я видел те равнины? Может, где-то возле пустыни или где-то еще в другом месте. Но я помню, где-то возле нашего дома. Ну, где? О, возможно тут. Минус 200. Минус там... Не 200, а два куска. Давайте там, допустим, минус 1000. И сколько там? И 300, да? Возможно, вот тут. Возможно, не уверен, но... Если мы найдем, будет офигенно. Так, ладно, давайте еще Арвока убьем. Так. Ну, надеюсь, что тут. Нет. Я не знаю, как вот эти выглядят на карте. Как выглядит куча подсолнухов на карте. А давайте-ка мы проверим. Только ради эксперимента, ребята. Ради эксперимента. Вот, Sunflower. Ну, давайте. А ничего, вообще на карте не отображаются? Да ну нафиг, ничего вообще на карте не отображается. Ух, так еще сложнее будет найти. Поэтому, ребята, я не в курсе. Мы же даже еще сейчас летать не можем, то есть, если бы могли... Хотя... Нет, вот так нет, ну ладно. О, это что за биом? Я только сейчас увидел. Неужели это лес, зимний лес?
Потому что... Вот, точно, у нас еще зимнего леса не хватало найти. Мы нашли зимнюю биому, но... Зимний биом, но лес мы не находили. Давайте посмотрим. Нет, все-таки это не лес, мне кажется. Это еще одна... Это еще одна... Один зимний биом, да. Мне так кажется. Или все-таки может... Нет, это... Нет, 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 нет. Это просто даже не зимний биом, а вот такое небольшое. Ух, ребята, в поисках равнины той, где может... А вот может тут 2000... Минус 2000 там... 300, допустим. Охренеть, это что такое было? Нет, не вот тут. 150. Там 160, допустим. Нет, тоже не тут. Ребят, я не знаю. Вот то, что эту равнину нам 100% нужно найти. Сейчас нам только не хватает райквазы. То есть любых других... Любые другие... Дуктрио, нет. Любые другие легендары покемона у нас уже есть, не считая легендарных птиц. Но, по сути дела, мы уже их можем... Артикуна мы уже можем заспавнить, остальных можем купить алтари и тоже заспавнить. Поэтому, ребята, нам сейчас не хватает только райквазы. А чтобы найти райквазу, нужно найти вот ту равнину. А где ее найти, я не знаю. Я не знаю, где она была, где я видел. Может, вот тут минус тысяч... Минус там... 9... Нет, минус 1040. Минус... Минус 1840. Сколько там было? А, не помню. О, вот так нормально. Тут, не тут. Нет, не тут. Ну, тут тоже куча вот этих... Как его? Тоже куча цветов, но нет, не вот это. Обычная равнина. Ух, райкваза, райкваза. Не могли ли, не могли вы нормальное место найти для спауна, а не вот тут? Ух, ребята, я не знаю, честное слово. Где может быть эта равнина? Ну, давайте еще сюда. 1630 минус 1630, 75 минус 900. Да, вот тут, отлично. Ну, тут тоже нету, там тоже нету. Там лес начинается. А, ребята, ребята, ребята. Как бы нам найти эту равнину, или как нам хотя бы глиняный биом найти, было бы вообще офигительно. Потому что нам сейчас что остается, это только то, что... Что найти какой-то новый биом, да? И словить каких-то покемонов новых. Так, 650 минус... 650 минус... Нет, 75 минус 500. Еще эту, этот биом проверим. Если тут не будет, то, может, как-то потом найдем. Потому что я уже сам... Надоело мне, если честно, но нужно это найти, ребята. Так же, как глиняный биом, потому что в глиняном биоме тоже куча покемонов, которых у нас нету. И которых нам нужно словить. Тот же Багон, да? Бегон или как он там называется? Нет, этот... А, нет, вот. Он тоже там, и, по сути дела, его тоже найти нужно. Наверное, ребята, знаете что? Знаете что, куда мы пойдем на поимку новых покемонов? Да куда ты так такой мелкий хрен попадешь? И где ты? Ты куда улез? Вот ты. Офигеть, на этого хрен... да... О, как я не люблю вот этого ловить, кидать на него покемоны, потому что фиг попадешь. Такой мелкий, что... Где ты? Ну куда ты опять залез? Чувак, ну угомонись ты уже. Харе прыгать, бегать. Иди сюда, зараза мелкая. Иди сюда. Вот на тебе сейчас с пару тычек мы тебя вырубим. На. Так, вылечим. Хотя, в принципе, вылечить...
Я не знаю, ребята. Куда бы нам еще пойти? У нас нету парочку покемонов с пустыни. То есть та же Ларвеста, у нас ее нету. И у нас вообще практически никого нету с джунглей. Ну, еще Випинбелла нужно словить. Он вроде сейчас в болоте водится, а не в джунглях. Вроде. Поэтому, ребята, нужно еще будет походить немного, половить. Ух. А в общем, если взять все биомы, которые мы не нашли, которых у нас нету, ну, в смысле нету, которых мы не нашли, да, которые мы не нашли. Это получается вот это Sunflowers Plains, зимний лес, глиняный биом, и кто еще? И вот тот зимний биом с большими вот теми ледяными пиками, или как это можно назвать. Ума не приложу, где могут быть вот эти Sunflowers. Может, где-то тут? Не хотите вы где-то тут быть? Пожалуйста, ну будьте где-то тут. Потому что, ребята, я не знаю, где они могут быть. Тут нет, тут я уже столько облетал, что это просто сдуреть можно. Ни хрена себе, джунгли огромные. Так. Не тут. Не тут 100%, ну хотя фиг его знает. Ну где-то я видел, ну где я видел, не помню. Где? Ну вот где-то, да, вот где-то тут, показываю всю карту, вот где-то тут. Ух, ладно, ребята. Тут нет. Ладно, потом как-то найдем, а, нифига себе, пока сидели в карте, уже ночь наступила. Ладно, давайте-ка мы домой пойдем быстренько. Пойдем спать. И, ребята, я не знаю, пойдем, может, в джунгли половим покемонов, или, наверное, пойдем на остров. Прокачаем наших покемонов, потому что я не в курсе. А вот если бы мы нашли глиняный биом, было бы вообще просто замечательно. Потому что, ну, просто посмотрите, ребята, сколько я его искал. Где я только не летал, где я только не был, я его не нашел. Никак. Это, наверное, самый редкий... Ну да, в принципе, это самый редкий биом, который я вообще никак не могу найти. Вроде он не прям... Вроде он не очень так тяжело находится, по сути дела, да, но... То, что я его никак не смог найти, вообще никак. Я помню, еще где-то был небольшой такой островок, где были Sunflowers. Вот, может, вот тут? Вряд ли. Или вот тут? Минус 1430. Минус 1430. Приблизительно вот так, да. Не вот тут. Я помню, еще какой-то небольшой островок такой был, где тоже были вот эти... Но не вот тут. Не вот тут. И не вот там. Короче, я запарился вот это искать, ребята. Не помню, и все. И все. Когда он нужен, тогда его нереально найти. А когда нет, то ты пролетаешь его только вот эта равнина, то, что нам нужна. Ну вот наш дом, да? Ну где-то вот тут, ладно. Да твою ж мать, я никак успокоиться не могу, в том смысле, что нужно найти этот биом, где он. Где-то вот тут. Ну, ладно, ребята, короче. Потом как-то сам придет, да? Если мы его сейчас не найдем, он потом сам как-то найдется. Так, ну. Ладно, давайте-ка мы прокачаем. Да чё ты... Вот. Так, отлично. Это у нас кто? Ласло. Ну, туда долго плыть, но... Кто, кого у нас нету еще в воде? Ну, это чтобы в воде, нам нужно как минимум взять Кёгра. Потому что на нем нужно плавать, да? Чтобы быстрее передвигаться и чтобы не летать, потому что если мы будем летать, то нам нужно будет не плавать, а приземляться в воду, а потом мы взлететь не сможем, потому что мы в воде. Поэтому нужно, ребята, да твою ж...
уже пропал. Поэтому, ребята, нужно на охоту за морскими покемонами будет взять Кёгра один раз и пойти на них на охоту. Смотрите, у нас еще куча покемона нету в воде, которые... Ну как, допустим, Лапроса у нас нету, Чинчо у нас нету. Ну еще парочку так, да? Потом, вообще, сама суть, что у нас нету Джинкса, у нас нету Мистер Майма. Вот это я сам не представляю, где они могут заспавниться, потому что раньше, давно, как бы... Во, Санславер! Вот они! Вот! Ребята, что я говорил? Сколько мы искали, не нашли. Как только я забыл, на этот биом и сказал, ладно, не будем мы искать, потом он сам всплывет, да? Как только я это сказал, вот он, ребята, перед глазами у нас прям появился. Вот, Sunflower Plains. Вот офигеть, да? В предыдущих версиях... Вот, кого у нас еще нету, точно. Как раз вот я тебя увидел. Докину, не докину туда. Нет, уже не докину. Мистер Майм, в принципе, спавнился в обычном лесу, да? Это первая его эволюция или вторая, фиг его знает. Вроде... Попробуем. Он спавнился в лесу, потом Жинкс спавнилась тоже в лесу, но потом ее перенесли в зимний биом. А где они сейчас спавнятся, я не представляю, потому что что-что, но я их, если честно, не видел. Я не видел ни Мистера Майма, ни Жинкса. Вот в этих версиях я их еще не видел. Потом у нас еще нету парочку покемонов, которые есть в этом, как его, в зимнем биоме. У нас нет очень много покемонов, которые есть в этом, как его там... Как это называется? В джунглях, вот капут забыл. В зимнем лесу, ребята, я не знаю, может там такие же покемоны, как и в зимнем биоме. Хотя, по сути дела, если подумать, то не должны, а, наверное. Хотя, могут быть какие-то другие покемоны. Потом глиняный биом, который никак нереально вообще найти. Потом, что еще? Что еще? Ну... И все. Ну, в пустыне тоже у нас еще есть парочка покемонов, которых у нас нету. Та же Ларвеста, вот тот же Крокодайл, но я не знаю, где он спавнится. Раньше спавнился в пустыне, сейчас он может тоже там спавниться, допустим. Ну, фиг его знает. В глиняном биоме, да? То есть. Вот Беллспраут как раз нам нужно. Это еще лучше, потому что тогда мы Виппинбелла хотели словить. А сейчас вообще его первая эволюция, Беллспраут. Только где он? Солрок, Дуктрио, Пиджиот, Одиш, Пидж... Вот. Где? Где-то вот там, но его еще нужно найти в этих больших деревьях. А вообще, ребята, по сути дела, у нас где-то... Вот там еще и Визаур. Винозавр. Вот туда, если... Нет, вот там, да? Да, если мы вот так прямо побежим, то вот тут. Так, вот он, вот спрятался, да? По сути дела, ребята, у нас уже половина покемонов нету. Вы уже можете даже составлять таблицы. Буду благодарен, если вы полностью напишите, каких покемонов у нас нету. Сайтер у нас есть. Но потихоньку уже действительно нужно составлять таблицы, потому что много покемонов, которых у нас еще нет. Вот Тратикейт, я не знаю, пишет, что нету, но... Айвизаур, Сивадл. А вот Сивадл должен быть 100%. Нету! Ну... Если бы было, то было бы показано, что он у нас есть. Но если не показано, что его у нас нет, тут нужно словить. Так, ну, давайте тогда левел болл. Баттерфри, как раз я вижу, что где-то там летает. У нас Скатерпи есть, я помню. Потом. Ну, в джунглях, если мы пойдем в джунгли и наловим только вот там покемонов с джунглей, да, то это уже очень много покемонов будет.
Потом, как я говорил, ребята, один раз нужно будет пойти в море и там наловить всех покемонов. Потом в пустыню словить Ларвесту. В горах у нас уже вроде все есть. Вроде. Хитмонли, Хитмончана мы словили. А, вот, смотрите, вот сейчас это очень большой Sunflowers Plains. Сейчас они просто нереально большие тут пошли, то есть... Нужно это место запомнить, хотя, в принципе, как запомнить? Нужно тут вот это поставить, чтобы тут побыть, да, то есть... Тут у нас и Райкваза спавнится, нужно будет потом ее тут поискать. Ну, и говорю, ребята... Свадлон, ты у нас что, тоже нет? Ну, словим, если нет. Попробуем хотя бы. Если мы, ребята, только наловим всех тех покемонов, которые есть в джунглях, то мы уже заполним покедекс где-то на 20%, мне так кажется, если не больше. Так, посмотрим, кто тут есть. Беллспрот, Пиджей, Кадабра, Пиджей, Виппинбелл. Больше никого, кто бы нам был нужен. Вот тут нифига себе FPS мелкий какой-то стал. Я не знаю, почему на этом месте так, такой FPS стал. Сейчас намного больше. Ну, фиг его знает. Что-то с шейдерами вот на таких местах иногда есть, что вот прям нереально и FPS становится. Так, ребята, ну, в принципе, все в том, что я уже более знаю, каких у нас покемонов нету, нам нужно будет... Сейчас, секундочку. А если у нас все покемоны с этого, как его там... саванны, вот это я тоже не помню. Ну, вроде есть, то есть я помню многих покемонов, которых мы ловили в саванне. Может там одного-двух нету, да, это возможно, но если в общих чертах, то мне кажется, что практически все у нас есть. Стантлер там еще. О, отлично, еще и комбускен эволюционирует. Давай. Поэтому, ребята, сейчас мы, наверное, на чуть-чуть прикатим. Чего я всегда так говорю, прикатим. Прекратим прокачку нашей команды и займемся глобальным поиском покемонов, ребята. Следующая наша точка, это, наверное, будет... Так, Блазикен. Следующая наша точка, ребята, это, наверное, будет... Океан. Чтобы мы уже словили всех покемонов, которые есть в океане. Ну, там практически парочку осталось. Я говорю, там остался... ну, там остался только Лапрас. И, ну, Чинчу, я говорю. Ну, может, еще кто-то. Один-два покемона, которые я забыл. Шелдер. Вот Шелдера у нас нету. Кого-кого, но его у нас нету. Я всегда его... Не доходило до того, чтобы его словить, потому что я говорил, что... Что потом и так мы его кучу найдем. Да, в принципе, да, действительно, мы кучу найдем этого покемона на острове. То есть, большую кучу. Но все же словить нужно. Почему бы не словить, если у нас есть возможность. Чтобы потом не возвращаться к этому. И все. Если мы, ребята, вот заспавим тут Райквазу, если она, в принципе, заспавится, все. Что нам потом нужно будет, ребята, это сделать клон-машину для, для Мью и прокачивать ее. То есть сделать Мьюту и дальше прокачивать. А не спавнится ли Райкваза тут ночью в Sunflowers? Все возможно, потому что в предыдущих версиях она же не ночью, да, не ночью, а как наступала ночь, вечером. Она спавнилась, Райкваза. Ну, она спавнилась, правда, багом, да, когда их там штук не знаю сколько спавнилось. Но все же баг убрали, но я не думаю, что исправили то, что она спавнится там ночью или... Сейчас же такие покемоны есть в новых версиях, которые днем не спавнятся, спавнятся ночью. Кокуна. Ну, по сути, да, тебя у нас тоже нету, можно словить. Видите, вот, этого покемона днем не было, но сейчас мы уже, ребята, его словим. Я сказал словим, давай, залазь. Ну, в принципе, там Duskball есть, поэтому... Мы же никогда, ребята, не искали покемонов, ну, да ты чё, прикалываешься, ты 9 уровень, я тебя левелболом ловлю, а ты... Мы же, по сути дела, даже никогда ночью не ловили покемонов.
То есть, как только ночь наступала, мы всегда шли. Мы всегда или качались на острове, или шли спать. Такими темпами мы сейчас еще половину покемонов наловим, потому что ночью их нету. Потому что они ночью, наоборот, спавнятся, да, днем их нету. Ох, вот. Вот. Так вот. Вот. Во, Шарпедо, точно, кого у нас еще нету. Но я не думаю, что мы его сможем хотя бы догнать. Хотя, опа, акулочка. Ни хрена себе. Я боюсь себе даже магнетоном бить. Тандерболт. Твою ж мать, говорю. Боюсь бить. Шарпедо. Сейчас нету, и Чинчова тоже, по сути дела. Хотя, это кто там нас преследовал? Голбат, Тентакруэль, Тентакруэль, Тентакул, Старию, ла-ла-ла. Драгонер, ни хрена себе. Гул'дин. Ладно, ребята, знаете что? Давайте-ка мы пойдем еще домой. И ночью пойдем в какой-то большой лес, допустим... Допустим, туда. Сейчас нам, у нас такие будут, ребята, ночные прогулки, чтобы словить покемонов, потому что ночью я никогда не ловил покемонов. Я не знаю почему. Если получалось, то может потому, что он там заспавнился, и мы его потом словили. А, чтобы вот так, например, чтобы мы ночью шли на охоту, я не помню. Потому что, я говорю, мы всегда шли спать. Даже в этом же лесу может кто-то быть. Да чё ты... Ух. Вот. Это у нас кто? Ага, Голик. Ну, ладно, тебя мы не будем тревожить. Может ночью спавнится кто-то? Ну, да, ребят, сейчас мы, наверное, всё-таки ночью будем ловить. Даже в том же зимнем биоме есть такие пару покемонов, которые днем не спавнится, а ночью спавнится, я помню. Ну, может Джинкс так, может и Мистер Майм где-то так. Тот же Гасли. Гасли же вроде днем не спавнится, как я помню. Я его только ночью вижу. Поэтому, ребята, будем мы сейчас ночью ловить покемонов. Если вы знаете, если вам не составит труда... то напишите, ребята, покемонов, которые вы знаете, что у нас нету, но их нужно словить. Вот Мяут. Есть, отлично. Мяут у нас есть. Вот кого я еще вспомнил, кого у нас нет. У нас Фарфетч-то нету, а я не помню, где он спавнится. Я его видел тут то ли пару раз в равнинах или еще где-то. Где-то вот там. Поэтому, ребята, наверное, мы потом туда и пойдем. А больше я, если честно, никого не вижу. Сейчас мы еще пробежимся. Вот Ларвеста, днем я тоже ее ни разу не видел. Может, она тоже ночью спавнится. Все возможно, то есть, видите, они химичат там. Они с одного биома переносят в другой биом покемонов. Вот Снорлакс тоже только ночью спавнится. Ну, днем тоже там одна штучка, но ночью там 30 их спавнится. Поэтому тоже разница заметная. Поэтому, ребята, нужно искать. Вы, если знаете, если вам, говорю, не составит труда, напишите, пожалуйста, где кто спавнится. То есть, может, кто-то ночью где-то спавнится, может, кто-то днем спавнится. Ну, если так читать, то давно у нас уже писало, что у нас покедек заполнен на 40%. Нифига себе. Так как мы уже половили достаточно так покемонов, то он уже должен быть заполнен где-то приблизительно на 50%. Так, это где? Вот. Вот, отлично. Это можно забирать. И вот тут еще у нас... О, Thunderstone. Нифига себе, так. Поэтому, ребята, пишите, потому что приблизительно... Приблизительно, а я еще знаю где-то процентов так 30 покемонов, которых у нас нету. А вот остальные там 20-25, я не знаю. И нужно посмотреть, кого у нас нету.
Покедекс же пишет тех покемонов, которые мы уже словили, точнее открыли, да? А тех, которых у нас нету, то... Я говорю, приблизительно 30% я еще знаю, кого у нас нету. Остальные не представляю. Ну, ночью в лесу не так кто-то испарится. Много кто бы был заметен, да, чтобы знать, что вот днем он испарится, а ночью спарится. Поэтому я себя не представляю даже. В принципе, ребята, я так думаю, давайте-ка мы уже потопаем домой. Ладно, словили мы тех покемонов, которые мы нашли. В следующий раз, ребята, я говорю, мы пойдем на охоту в океан. Словим приблизительно там 3-4 покемонов, которые там есть. Как только мы словим всех покемонов в океане, мы пойдем, наверное, в пустыню. Все-таки в пустыню, потому что там есть еще Ларвеста, если она там спавнится. И там нужно словить. После пустыни, ребята, мы пойдем в саванну, потому что там тоже нужно доловить. После того, как мы доловим покемонов в тех биомах, в которых мы уже были, да, то мы пойдем, ребята, в джунгли, и в джунгли наловим всех тех покемонов, которых у нас нету. После этого пойдем в зимний биом, доловим всех покемонов. И после этого я больше не знаю. После этого, ребята, будем дальше прокачивать. Или... Ну, в то же время мы тоже будем прокачивать, но нужно тоже ловить их всех. Литвик, 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 Гипно. Ну, сколько там приблизительно коробок вот этих должно быть, чтобы были у нас все покемоны? Сколько у нас сейчас? У нас 1, 2, 3, 4. Если выложить тех покемонов, которые сейчас у нас в команде, то будет ровно 5. Ну, 5. Потом... Ну, где-то коробок так 11 нужно, чтобы у нас все были, да? Так, я только хочу посмотреть. Кабуто, Кабутопс, Кокуна. Вот этот Канга. Скан у нас нету. Это нету. Или есть? Нет, я не помню. Кланг, вот точно Кланг. Он в зимнем биоме вспомнится. Не всегда все так думал. Да какое у него имя? Что-то на Кен начинается вот в зимнем биоме. Нет, не Кланг, а Клинг вроде. Клин, Клан, Кофинг. Ну, ладно. Краби, вот Крокурока у нас нету, точно. Крокурока у нас нету. А вот где он спавнится, я не знаю, ребята. Давайте еще посмотрим. Вот так. Квилава. Больше нету. Вот так, будем смотреть имя. Ваймер, Вайлорд, Видл, Випинбел, Визинг, Винаут, ладно. Иви, Эмолга, Эспион. Вот яичко у нас есть. Экзекьютор. Вот это я не помню, если у нас яичко. У нас Райхорна нету. Вот что я точно давно забыл. Райдон. У нас Райдона нету. А вон, раньше он спавнился же. Раньше же он спавнился в горах. А вот сейчас, сколько я искал, я его не видел. Что, опять заглючило? Я не могу, ребята, покемонов выкидывать. Что за хрень? Ладно, опять какие-то лаги. Ребята, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Не забываем, чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Всем удачи и всем пока.